Здравствуйте, меня зовут Зейнеп Özgekalyoncu. Я являюсь доктором наук и преподавателем на кафедре мультипликации и анимации на факультете изобразительного искусства, дизайна и архитектуры в Стамбульском университете Айвансарай. Мы живем в период, когда цифровые технологии развиваются с невероятной скоростью. Из-за этого все становится более зрелищным, быстрым и динамичным. По этой причине с каждым днем мультипликация и анимация приобретают все большее значение. С развитием этой отрасли растет и потребность в анимационных художниках. Чтобы удовлетворить эту потребность, наша кафедра придерживается всеобщего подхода. Как кафедра мультипликации и анимации, мы воспитываем анимационных художников, которые способны удовлетворить современные потребности индустрии. Оценивая наши дисциплины в целом, я могу сказать, что у нас есть уроки для каждой отрасли анимации. В первую очередь у нас есть курсы по дизайну трехмерной и двухмерной анимации, а также занятия по традиционной анимации и дизайну игр. Из-за разновидности дисциплин наши лаборатории и мастерские тоже весьма разнообразны. В нашем университете есть студии и мастерские по рисованию, где вы можете опробовать традиционные методы анимации, а также компьютерные и масс-лаборатории, где студенты могут испытать цифровые приемы. Кафедра мультипликации и анимации является одним из наиболее удачливых отделов с точки зрения международных и национальных организаций. Есть огромное количество конкурсов и фестивалей по короткометражным фильмам, а также показы полнометражного кино. Чтобы развить свое видение, наши ученики могут поучаствовать в этих фестивалях, как во время учебы, так и после выпуска. Наши первые студенты, поступившие в 2020-2021 учебном году и окончившие кафедру мультипликации и анимации, смогут работать в государственном или частном секторах, в сфере медии, рекламы и в игровой отрасли. Для учеников, которые собираются поступать на кафедру мультипликации и анимации, у меня есть очень веселый совет. Смотрите как можно больше любимых и нелюбимых мультфильмов, представляя что могло бы улучшить их. В период образовательно-учебного процесса очень важно взаимоотношение анимационного художника со средой, которая его окружает. Поэтому очень важно, чтобы обучение проходило в центре Стамбула и в центре анимационной индустрии Турции. Мы с нетерпением ждем кандидатов, которые выберут кафедру мультипликации и анимации в Стамбульском университете Айвансарай.